Я вижу, все готово. Точно. Как только они покажутся, перережем им путь, хоть бы они целый отряд выслали. Знаешь, я вообще думаю, хороший это план. И охотно тебе помогу. И не то, чтобы мне не хотелось намолотить этих долбочестивцев хоть сколько-то. Просто я не понимаю, почему, раз уж у нас был Доплер, мы ему не велели просто освободить Лютика. План с засадой проще. Сам Менге собирался отправить Лютика в Оксенфурт. Дуду просто отдаст приказ, которого все так и ждут от Менге. Освобождение Лютика пришлось бы как-то объяснять, это бы вызвало подозрение. Ну, может, ты и прав. Присцилла? Что ты здесь делаешь? Какой-то мальчишка принес записку от Дуду. Конвой отправится на рассвете. Можно я останусь с вами? Я не могу дома сидеть. Я так за Лютика беспокоюсь. Не боись, отобьем твоего хахаля. С нами лучше не балуй, лишь бы цел остался... Ох, сука, я бы в рифму сказал, Геральт. Да предами не положено. Возвращайся в город. Пожалуйста, я же не буду вам мешать. Ох, Геральт, оставь ты ее в покое. Уступи ей. Видишь, как она смотрит, как мой Бобик, когда у него был заворот кишок. Ладно, пусть остается. Но при одном условии. Да, знаю. Когда начнется бой, буду держаться подальше. Пока еще ничего не началось. Мы тут еще долго можем сидеть, дождать. Тогда сыграем в гвин? Да, сыграем.
была плохая идея. Ты сама предложила сыграть? Едут! Едут! Вот они! Присцилла, оставайся здесь.